Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Garrett Tina, и сейчас я покажу вам, как поменять время автовыключения экрана. Итак, открываем приложение Glory Fit, выбираем устройство, здесь мы выбираем общие настройки и выбираем время работы экрана. И можем выбрать здесь от 5 до 15 секунд. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.